Всем привет! Всем привет, ребята! Так, пришла вам такая посылочка, Made in Germany, да? То есть Браун — это триммер, но с функцией он получается машинки для подстригания. А так как у нас самоизоляция, я подстригаю волосы ребятам вот этим. Ну, очень неудобно, то есть подбривать виски, да, удобно, но стричь не совсем удобно. Эту бритву мы уберем. Это, если вам будет интересно, я расскажу вам позже о ней. То есть она у меня уже год служит. Брали на бюро. Пришла такая посылочка. Взял ножницы. Сейчас с Настей увидели, что она вот здесь. Вот так вот. Если видно. Уже такое ощущение, что распакована. Да, ну она как-то распакована, но ее не доставали. Потому что если бы доставали, то, наверное, достали бы. Видно было. Да. То есть она трещина вот такая. Ну, давайте быстренько распакуем. Покажу вам, что внутри. То есть это триммер с возможностью подстригания волос и бороды. Сейчас я пока буду подстригать ребят, себя им, а потом, когда уже карантин закончится, так сказать, парикмахерские детские откроются, они будут подстригаться в парикмахерской, а это я буду использовать для интимной, так сказать, стрижки. Просто бритва у меня сейчас такая, она получается универсальная, а здесь у меня будет отдельный прибор. Так, ну что, поехали. Так, так, так. Может, ну, ты без ножниц справился. Да, я справился без ножниц. Много так по-варварски. Ну, да. Минку. Так. Что туда у нас входит? Расскажите нам. Так, что у нас туда входит? Да. Ну, вот, открываем, получается, да. Ну, кстати, удобный такой футляр. Входит триммер. Так, тут снизу что-то. О, так тут еще второе дно. Читерское. Так, ну сейчас мы сначала достанем, наверное, вот это все. Где? Так, это кисточка. Что? Кисточка. Зачем? Волосы сечать. Ну, кстати, такая кисточка удобная. Жесткая, хорошая. Удобная кисточка. Так, сейчас мы откроем, получается, читерское второе дно, да. Достать, я боюсь сломать ее, потому что... Достань триммер сначала лучше. Ну, да. Ну, в принципе, неплотно. Легонький такой. Это изменять длину, получается. Очень удобно. У него одна насадка только? Ну да, я и брал с такой насадкой, чтобы длину 10. Видишь, какая большая сразу. Поменьше. Вот так, очень удобно. Так, его в стороночку. Теперь откроем, посмотрим. Читерское дно, да? Да, читерское дно. Читерское дно. Так. Было открыто. Так. Кстати, вот был бы какой-нибудь хвостик, да, было бы удобнее. Когда хвостика нет. А тут сразу просто даже можешь не догадаться, что там что-то есть внутри. Ну да. То есть я боюсь, что это читерское дно сейчас сломаю. О! О, боже. Так, ну что у нас это здесь? Что? Чехольчик для перевозки, я так понимаю. Чтобы его туда ложить, да? Сейчас мы откроем. Да, чехольчик. Такой полупластиковый. Вот, кисточку сюда же можно кинуть. И зарядка, блок зарядки. Вот такой вот. Как раньше были зарядники на Nokia. Ой, я колонку могу этим заряжать. У меня есть под такой разъем. Да? Ну, вот я говорю, как Nokia раньше были. Очень легко сломать. Провод жесткий, ребят. Конечно, это... Плохо? Плохо, да. Такая маленькая зарядочка. Вот. Мы выбираем стороночку. Ну и макулатура получается. На английском, немецком. На русском украинском. Написано. На русском есть. Ну, так я говорю, тут вот. Все на украинском и тому подобное. Так, так. Белоруссия. Ну все, получается, все языки, которые только. Возможно, для длинного дальнего зарубежья. Так, ну и все получается. Такая вот распаковочка. Я считаю, что и по отзывам, кстати, ребят, да, кучу отзывов почитал. И по отзывам из стримеров, ну, вот самый получается адекватный. Да, он, ребята, жесткий пластик, да. Здесь глянец, он поцарапается, 100% поцарапается. Туда же бабки не ходи. Ну, хотя вот у меня тоже вот здесь глянец, да, и вот год ей уже. Не сильно, то есть какие-то мелкие, но не так сильно. Поэтому здесь, думаю, тоже так же будет. Вот, в принципе. Они примерно вот одного размера. Резина здесь, конечно, это сделано. Более удобней? Да, резина более удобно держать. Ну, его мыть можно, видишь, этот, под водой. А этот? Этот нет. Ну что, ребят, пробуем, как подстригает машинка.
Я выбрал 3 миллиметра. Не чувствуется, ничего не зажимает? Подстригаем в коридоре. Здесь у нас... Что у нас здесь? Плитка? На пол... Плитка, да? Забыла, как называется. Ну, ты уже будешь у нас оброс. Самое главное, чтобы я хочу, чтобы не было переходов. Вот, все было, чтобы красиво. Сейчас мы на Славике это все испробуем. И, соответственно... Почему на две? Угу. Ну, потому что Саша, он еще ни разу не постригался. Так вот, как бы в домашних условиях. Тебя-то я постригал, как маникюр. А Саша еще не постригался. Ну, вот тут уже, видишь, как бы это нюансы такие. Поэтому Саша может испугаться. Ты сначала ему все подстрижешь, да? Потом еще молнию хочешь сделать? Да, хочу попробовать молнию сделать. Не надо. Вот тебе же раньше нравилась молния. Теперь нет. Сейчас у меня нет? Да, потому что у меня не 8, да. А так... он делает у меня 8? Нет. Вот в зеркало, посмотри. Видишь, волосы стоится. Да. Ого. Я в прошлый раз, когда волосы посекал, там просто не было такого триммера. А здесь уже, видишь, как бы это, как бы, можно красиво здесь себя постричь. Скажи, Саша, я тоже так могу, да? Боюсь на уша? И не боюсь, скажи, смотри. Они не на уша? Да, на волосики. Потрогай хочешь? На, потрогай. Не будет, да? Да. У волос, да, папа? Да. Ножки отряхни. Настя, отряхаем ему ножки. Давай. Слава, дальше достаем. А потом Сашеньку будем. На уша. Ну, так же, как у тебя. Ты хочешь, чтобы он нравился? Типа, чтобы он испытал то же самое. Настя, он по волосам Саши славяным. Вот, ребят, смотрите, как ровненько получилось, никаких торчков нету. Прям вообще ровненько-ровненько. Вообще хороший триммер. Мне по кайфу. Прям вообще никаких этих нет торчков. Сейчас мы до конца разбираем. Шерсть. Сейчас помоешься, и ничего чесаться не будет. Все ровненько. Аккуратненько. Пока Сашеньку, пока Славочку мыла, папа уже наполовину Сашеньку обстриг. То есть она не берет машинка, когда стрижет нормально, парень сидит спокойно, его она не пугает. Он играет, потому что ты ему помог. Ой, какой он лысик стал. Хотя 0,3, да? Сколько волос. Ой, ты красавчик. Играешь, да? Мультик смотришь. Ну, зато не жарко будет, а то у нас потеет постоянно, да? Под зеркалом все поглядывают временами. Вы его напротив зеркала подвинули, да? А ему видно вот так голову, что там видишь? Нам год и 5. Домашняя стрижка у нас первая. Один раз мы еще в парикмахерской подстригались. И вот сейчас. Да, то есть полностью на вторую стрижку нам времени не хватило. Пришлось подзаряжать.
Ну вот Сашенька у нас сидит, посидел, подождал. Села. Опять, да, не дозаряжалась. Огромное спасибо вам за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео. Всем до новых встреч!